Мировой научной культуры. Это я как бы при помощи, конечно, спорта, я кушаю Борис Николаевич, вот там вот стоит как раз. Я и, значит, взялся за это дело и довел, можно сказать, до конца. Трудно вообще работать. Ну, всякая работа имеет свои трудности, но в смысле исполнения художественного не трудно, потому что я профессионал, я работаю в этой области всю жизнь. А в смысле вот отношения сейчас, конечно, в наше время, да, трудно, потому что общество у нас больше на силовики больше обращается, чем на культуру, чем на такие вещи. Я считаю, что если бы мы больше обращали на это внимание, на художество, на культуру, мне кажется, меньше пришлось бы обращать на всевозможные эти военные, прочие эти силовые дела. Лингвисту, внесшему исключительный вклад в чувашское языкознание, человек, которого чувашская земля, чувашский народ никогда не забудет. Сегодня мы открываем памятный знак, посвященный. Этот знак сотворил наш выдающийся скульптор Федор Иванович Мадуров. Вот он здесь присутствует. Я предоставляю ему слово. Для нас Ашмарин, я думаю, значение Ашмарина, видимо, я думаю, не надо рассказывать, все знают. Он фактически спас не только чувашскую, как бы, словес чувашскую культуру. Он спас одну из древнейших культур на Земле. Я думаю, что он это понимал, я отдал как бы все силы на то, чтобы это сделать. И он это сделал, молодец. Поэтому я его изобразил в таком виде, как бы свободно едущий как бы на коне. Если вы себе представите, вот такой уверенный такой человек едет как бы на коне. Потом, с другой стороны, еще я его представил такого как бы каменщика, который кладет стены. Кирпич за кирпичиком кладет и растет стена.
Вот он тоже так же собирал по крупицам чувашскую культуру, собрал вот эти 17 томов, и в результате мы получили прекрасный труд. Естественно, мы благодарные потомки, мы должны это были как-то фиксировать и дать дань уважения. При помощи, конечно, мне бы это одному никогда не осилить. Тут помогли очень много людей. Самый первый, конечно, Кокушин Борис Николаевич, директор завода керамических изделий. Потом вот тут Тувалкин Николай Михайлович, вот, Николай Михайлович. И другие товарищи тоже, к кому-то не обращался, никто, в принципе, все понимали, что дело это важно, чем могли помогать. И, кстати, нам удалось как-то его построить. Вот теперь я бы хотел, чтобы сказал несколько слов, Станял Виталий Петрович из научно-исследовательского института. Туванзем, Шубашкара, Ашмарну Рамне, Ашмарн Хаюцагидже. Чебоксар на улице Ашмарных пришел сам Ашмарин. Великий тюрколог, не только лингвист, но и писатель. Чувашский в средней школе в 10 классе изучает его легенду «Хаджи живи». Вы знаете, в этом году республика отметила 130-летие Ашмарина. Вот школьники участвовали в конкурсе в неделю чувашского языка. Лучшие работы подытожены в центре краеведения в Беткере. Я помню, из южного поселка Зоргинцы, Чуринцы отлично выступали. Затем изданы, повторно репринтно изданы все 17 томов чувашского словаря Ашмарина. Наш институт, гуманитарный институт, провел большую научно-теоретическую практическую конференцию. Были гости из разных городов. Ашмарин работал в Чебоксарах, в Баку, в Казани. Тело его лежит на Арском кладбище в Казани. Если кто вот подрастет или попутно будет, вы можете заходить на это кладбище. Это в центре Казани. Там лежат многие известные люди чуваши. Скажем, Николай Васильевич Никольский, профессор, первый редактор чувашской газеты «Хубар». Другие известные люди. Там живут родные. Вабург – большой деятель национальной культуры. Такой инициатор, энтузиаст. Вы знаете его скульптурные сооружения? На дороге в Москву, на Московском проспекте, деревянные кони идут в поход. По Шемуршинской дороге, кто ездил, знаете, около Шемурши, около леса, там деревянные скульптуры, 12 фигур. То есть очень известный мастер, скульптор, заслуженный художник республики. Конечно, если бы помогали ему вот, власти, правительства, он мог бы соорудить полный рост памяти. Он не ленится, он ночами, днями не спит, работает, не кушает. Может заданное время создавать самые оригинальные культуры. На этот раз он создал это чисто по своей инициативе, по своей любви, даже вопреки некоторым запретам. Это тоже мне известно. Так что тебе поклон, Федор Иванович, за твой неуставный труд, за поклонение нашим предкам великим. Это все для будущего. Все для будущего. Спасибо вам. Спасибо за то. Так, слово предоставляется Борису Николаевичу, директору керамблока Якушки. Уважаемый Федор Иванович, то, что создал, это очень хорошо. Нам еще, вот этой молодежи, предстоит ее сохранить. Самое главное в наше время, созданное надо сохранить, в каком виде сегодня есть, на долгие-долгие годы. Успехов тебе в творческой работе, Федор Иванович. Ну что, возможно, невозможно. Конечно, найдутся и спонсоры, и помощники твои. За хорошее дело никто никому сегодня, наверное, не жалко, и никто ничего не жалеет. Успехов тебе, Федор Иванович.
Чувашской духовной академии. Вот, академия Чувашской духовной академии. Так, слово предоставляется одному из спонсоров, Николаю Михайловичу Тувалкину, директору концерна «Мариэл». Мария. Я откровенно говорю, когда 4 года тому назад купил первые 4 тома Ашмарина, книги 4, я просто удивился, что это писал русский человек. Это там он очень хорошо знал чувашский язык, и я очень благодарен Федору Ивановичу действительно вот за эту скульптуру. И я еще что хочу сказать, немножко предваряя, может быть, недалеко вот отсюда он задумал построить пирамиду 11-метровую. Скоро, наверное, в следующем году где-то открытие будет, да? Если, значит, потребуется такая же помощь, мы с удовольствием поможем ему, его зачинальник, его дела. Спасибо большое, Федор Иванович. Так, есть желающие выступить, товарищи? Федор Иванович, что за пирамида будет? Зачем? Это интервью. Конечно. Пирамиды везде, только у нас нет. А почему? Чем мы хуже? И у нас должна быть пирамида. Так, вот, торжественная часть закончена. Спасибо. И чё? Ну, не надо. Сейчас уже заболел я. А уже отпустил.